Всем привет, меня зовут Андрей, и в этом видео я расскажу вам о профессиональном тренажере ProTrain CP137. Тренажер предназначен для тренировки мышц передней и задней поверхности бедра. Особое внимание производитель уделяет биомеханике. Благодаря правильному положению тела и выверенным углам движения отсутствует нагрузка на позвоночник. Включены только целевые мышцы. Угол наклона всех сидушек регулируется. Благодаря этому на одном тренажере можно одновременно прорабатывать сразу несколько групп мышц. Отрегулировав спинку перпендикулярно, можно делать разгибание ног сидя. А разместив ее в положении 180 градусов, можно делать сгибание ног лежа. Что насчет сборки? Рама стальная, толщиной 3 мм. Ширина профиля 50 на 80 мм. Фурнитура сделана из нержавеющей стали. Промышленные подшипники в узлах перемещения отличаются высокой надежностью и минимальным коэффициентом трения. Вес грузоблока 96 кг. Есть также дополнительный вес для постепенного увеличения нагрузки 2 стека по 2 кг 300 грамм. Менять нагрузку можно с помощью фиксатора, закрепленного на эластичном шнуре. Металлический трос в оплетке, что защищает его от повреждений и увеличивает срок службы. Прочность на разрыв более 500 кг. Для безопасности в тренажере установлен стандартный задний кожух. На рукоятях алюминиевые заглушки, поэтому руки не соскользнут во время тренировки. Для защиты рамы от повреждения и снижения уровня шума на тренажере установлены прорезиненные стопоры. Благодаря компактному размеру CP137 и возможности тренировать на нем две группы мышц, возможно выполнять большее количество упражнений на меньшей площади. На этом все. Смотрите на нашем канале обзоры других профессиональных тренажеров. Всем пока!